Ну-ка, ну-ка, смотри. Да, да. Да, да. Давай. Потерялся? Все, брат, не расстраивайся. А мамы и папы номер нет? А? Нет. Стрела 154. Ну и... Я пока что в бабушке живу. Все, все, все. Ребенок обнаружен. Чего не расстраивайся, как зовут? Как зовут? Айдар. Айдар? Меня Саня зовут. Че, сейчас я тебе куплю чай. Чай будешь? Чай нет. Воды? Нет. Попить что-нибудь будешь? Нет. Нет? Кушать, может, хочешь? Нет, не хочу. Все, не расстраивайся. Сейчас с родителями свяжутся, не переживай. Я приеду на каникулы в бабушке. Да. Гости? Да. А? Потом мы пошли. Моя потом потерялся. Ну, все, все, не расстраивайся. Самое главное же нашли тебя. Ничего плохого не случилось. 31.10.2024 года в ходе несения службы в составе экипажа номер 154 преследование на пост был замечен ребенок, подходящий по характерным приметам. К ребенку подошли, представились. Ребенок пояснил, что потерялся. После чего вместе с законным представителем бабушкой были доставлены в отдел полиции номер 1 УМВД России по городу Омску. Там есть этот... Надземный переход как-то аллея, он же через трубу перешел, потом куда-то зашел. А почему ты назад не вернулся к бабушке? Ну, я не подумала. Что мы вас догоним, да? Что мы тебя догоним, да, подумала? Да не переживай, нормально, все хорошо. Да, все нормально. Главное, что ты нашелся. Всегда в таких случаях, если ты гуляешь по городу, ну, да, ты приехал в город Омск, нужно дожидаться родителей, там, бабушка, если ты гулял, обязательно, да, то есть не убегать, не терять с виду. То есть, если ты убежал, остановился и ждешь бабушку, пока бабушка подойдет. Потом вместе уже идти, хорошо? Хорошо. Держи, это тебя.